Мишки, а можно стоять поближе? Прямо, чтобы ближе друг к другу были. Папа. Спасибо, дома есть. Папа за машину заговорил. Спасибо, вон, на пальчике, посмотрите. Ой, смотрите, какое кольцо подарил. Леха, я думал, я зашел, как раз предложение. Я думал, ты предложение делаешь заново. Заново. Это типа за сына ты, да? Машина.